для того, чтобы они, блядь, сдохли нахуй. Даже. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А вы знаете, мне там еще некоторые личности писали там и в личку, и под этим, и под, в комментариях, там, типа, когда стрим я проводил по поводу петиции, вот это феминистическое, да, типа там, о домашнем насилии в семье, да? Говорит, типа, Саныч, ты че, писечек же обижают в семье, о, они такие бедненькие, да? То есть вот эту вот особу мне надо как бы поставить голос свой «за», да, типа, чтоб вот, она считает, чтоб я скопытился, извиняюсь, да, при этом смеется, улыбается, это же так весело, прикольно. Я и все остальные мужчины, чтоб скопытились, да. А я должен ее защищать, еще, сука, и свои налоги за это платить, да. Я сейчас покажу, что говорит-то.